Когда-то люди были связаны тесными узами с жителями подводного мира. Они вдохновляли нас, предсказывали будущее, и мы их слушали и следовали их предсказаниям. Но с каждым разом слышали все хуже, ибо желание людей владеть всем на свете уводило их все дальше от воды. Волшебный мир обитателей океана и мир людей разделились. Спустя века они оставили последние попытки связаться с нами. А мир людей становился все более жестоким. Люди вели одну войну за другой, и некого было им слушать. Но теперь жители лазурного мира вернулись. Они снова пытаются связаться с нами. Самых лучших своих детей они отправляют в наш мир. Под покровом ночи их доставляют туда, где живет человек. Достаточно одного только взгляда на них, чтобы люди пробудились. Но на земле у них есть и враги. И какие бы законы ни охраняли юных нарв, их жизни часто подвергаются опасности. Многие так и не возвращаются домой. И все равно они пытаются помочь людям. А люди могли разучиться слушать.
But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding, you look out.